Мажилис рассмотрел специальный законопроект, потому что сейчас количество детей в многодетных семьях, где более 7 детей, пособие не превышает 74 тысяч тенге. Пособия в семье должны увеличиваться. Это требование людей, которые должны выполнять депутаты. Однако в действующем законе этого нет. То есть, имея более 8 детей, пособия не увеличиваются. Это стало возможным после того, как депутаты посетили регионы и встретились с общественностью. В нашей стране на сегодняшний день есть одна семья, у которой 15 детей. Все они несовершеннолетние. Если этот закон будет принят, то пособие на семью с 15 детьми будет составлять 159 тысяч тенге. Поэтому депутаты в срочном порядке принимают законопроект. Еще одна особенность заключается в том, что пособия в этот раз будут рассчитаны иначе. Мы предложили ввести эту норму с 1 января. Согласно закону, всем семьям, у которых более 8 несовершеннолетних детей, предусмотрена выплата. На каждого ребенка предусматриваются пособия в размере 4-месячного расчетного показателя. В целом в стране семей, имеющих 8 и более детей, не достигает 2500. Поэтому большого урона бюджету не будет нанесено.